Хаечки, ребятушки, меня зовут Сергей, это канал Хибар, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Empire of the Ants. Соответственно, продолжаем проходить демку, но это будет всего лишь вторая серия и уже точно последняя, потому что меня попросили, ну как просили, мне говорили, спрашивали, ну пожалуйста, ну может быть еще серию. Но я подумал, ну нельзя же мне просто взять и сказать «нет». Или там прям отказать. Ну, я решил записать. Потому что я на самом деле не уверен, что я куплю сразу релизную игру, которая там в начале ноября, что ли, выходит. По-моему, 2 ноября или что-то такое. Вот. Соответственно, не уверен, что куплю, приобрету и буду играть. Поэтому играть-то я хочу, а вот то, что приобрету, не факт. Потому что, ну, как бы, извините. Вот, соответственно, что-то пропало. Так, продолжить. Соответственно, поиграем еще эту серию одну, посмотрим. Мы же там уже прям более нам свободу больше дали. Мы уже там болтали в прошлой серии, уже начали так, как сказать, нелинейное, уже даже не то чтобы обучение. Поэтому, ребятки, присаживайтесь поудобнее, за вами чай, кофе, печенюшечки, все как мы любим, приятного просмотра. Не забывайте ставить лайк, дизлайк этому видео, потому что вам не сложно, мне это очень приятно. Соответственно, колокольчики нажимаем. Подписываемся, рассказываем друзьям, комментируем, обязательно все комментарии прочитаю, все отвечу. Ссылка в описании на поддержку канала и добро пожаловать всем новым зрителям. Спасибо вам за вашу активность, поддержку и все такое. Вот все такое вообще, вот, очень приятно, поехали. Я, кстати, вообще, я только проснулся, проспав вообще свой, ну, как сказать, режим. Я, короче, лежал, мне нужно было еще поспать, ну, часа два. Точнее, нет, наоборот, я должен был 2 часа назад встать, условно, да, и начать, ну, встать, раскачаться, начать записывать, потому что было как раз время. А я не то чтобы проспал, я не хотел вставать, мне так тяжело было, а еще просто вот прикован был к кровати. И, соответственно, вот встал резко, а уже нету времени на раскачку, поэтому я сейчас мятый, я проснулся буквально минут 15 назад, ну, именно встал. Я быстро, короче, умылся, там, чайка залил и все. Поэтому я мятый, не знаю, может, как я на видео. Я не знаю, как. Да вроде нормально выгляжу, но чувствую себя так себе, конечно. Так, я, кстати, хотел чуть-чуть звука подбавить. А громкость музыки нет, а вот эффектов... Эффектов, да, эффектов я бы чуть подбавил. Вот, соответственно, что там было написано? Коллекция 1 из 5. Это, наверное, потому что я... А где я вообще? А, вот, все, я нашел бутылку. Я ее изучил. Мне надо, наверное... Это, наверное, относится к коллекции, да? Ладненько, пойдемте пока дальше. Нам, короче, нужно спасти город. Нас королева умоляла, относительно, так сказать, просила. Мы должны... Наверное, собрать какую-то армию. Потому что нам надо куда-то идти, а там повсюду враги, как нам сказали. Так, ты у нас кто, значит? А, мы с ним болтали уже. Так, ладно, сейчас, 2 секундочки. Короче, надо было немножко свои соплюхи просто... Раз, два, три, четыре, пять. Ты чё? Соплюхи куда-то убрать, потому что, я говорю, я проснулся, я еще вообще... Так, давайте ускоримся. Он когда ускоряется, он бежит, вот он как-то это, как-то прыгуче. Поговорить. А мы, по-моему, уже говорили с ним. Да, да. А, мы с ним поболтали, по-моему, да? Мы с ним поболтали. Но я не говорил, что я расчищу. Так, что у нас? Умеренно, влажность, солнечно. Так, елки, я немножко подзабыл, а как это? И от... Так, у меня один отряд, правильно? Один отряд обычных воинов. Вы можете потратить еду, чтобы ускорить создание легиона. Легионов. Соберите ресурсы вместе сбора. Создайте химическую лабораторию. Создайте лучше 4 легиона. Создайте легион сверххищника. Создайте легион поддержки. А, мы, по-моему, в прошлой серии как раз на этом закончили. Точно.
Так, что нам надо делать? Я уже вообще забыл. Экономика. Нам сначала нужно собрать ресурсы. Так, расширение склада. Грибница. Производит 10 еды в минуту. Стоимость увеличения на 20 за каждое существо. У меня шишки есть. Короче, мне нужно 20 шишек. Давайте. Давайте построим 20 шишек. Ну, в смысле, еду будем добывать. Еда, это же важно. Чё? Что это был за звук? Главное, чтобы меня никто не атаковал-то на самом деле. Я же что-то как-то это расслабленно сижу. Меня же просто атаковать могут начать. А я типа все, далеко отправился от своего этого. Я же даже там не поговорил, по-моему, еще не с, ну, не со всеми. Так, как мне понять, построено или нет? Я так понимаю, построено. Время-то не идет. Постройте, соберите ресурсы вместо сбора. А, ресурсы, это вот туда мне надо идти. Мне... О, атакуют! Ёбаный свет, нас атакуют. Где моя... Я забыл, как... Невозможно выполнить приказ. Возможно, все, погнали. Погнали, мои ребята, мои воины. Нам надо вот там вот ресурсы... начать собирать. Листик. Листочек. Кленовый, наверное. Нет, не кленовый, это какой-то... Хотя он похож на кленовый, но какой-то он другой. У кленовый он цельный, а у этого, видишь, как разрез, как какой-то пятилистник, шестилистник. Да ни хрена себе, здесь авиация летает. Прям же... А это что такое? Это мои друзья? Это моя база. Это мой что, опорный пункт? Да, смотри. Давайте построим защиту. Нет, подожди. Нам же нужно этот. Как? Назад, назад, R. Мне нужно... Так, информация, способности, легионы, экономика. Так, мне же легионы нужно построить. Ой-ой-ой, ни хрена, воин ближнего боя. Тип поддержки. Блять, да на самом деле игра-то интересная. Ребятушки, интересная игра. Я-то думал как-то поначалу думал более проще, чем, ну, чем я думал. Вот. Но оказалось, на самом деле, даже тут много чего интересного-то. Экономика. Защита. Блин, сейчас чихну. Не, не буду чихать. Удержусь. Грибница. Вот, химическая лаборатория. 80 еды требует 2 ячейки. 2 ячейки из ячеек экономики или что? То есть, вот, допустим... Новая запись. ОСА. Так, вы давайте тут тихо. Мне нужно просто здесь построить, чтобы они... Способности. Ну-ка, что здесь у нас есть? Призыв подкрепления, защита. Что это? У меня склад полон. Серьезно? Легион. Давайте склад построим. Это вообще интересно. Считается, что это наш общий склад? Расширение складов. Увеличит максимальный запас еды и древесины на... Да, смотрите, одна ячейка стоит 30 шишек. Давайте его построим. 6 секунд. 5. Ну-ка, сейчас посмотрим. Это общий или это не общий? Да, смотрите, это общий. Так, давайте тогда построим и химическую лабораторию. Мы же здесь, по идее, можем сразу это сделать. Правильно? Еду мы добываем.
Так, это у нас защита. Так, так, давайте построим деревянное ограждение, кстати говоря. 60 шишек. 60 шишек и что-то там еще. Там какие-то, какой-то значок он показывает. А, мне рабочие нужны, а у меня их нету. Да? А, вот, вот, рабочий ближнего боя. Создает легион рабочих, который будет привязан к этому гнезду. Вот, все, отлично. Сейчас мы их построим. Я просто думал, что это показано, что это войны. Так, хорошо. Теперь мне нужно построить, наверное, стены. Защита. Деревянное заграждение. Стрелки гнезда, смотри. Стрелки гнезда, давайте построим деревянные заграждения. И пока что нет, блядь, нет, нам надо создать еще один легион. Там просто... А куда? А куда лист-то делся? Его что, сожрали те хери? Мне надо было, типа, спешить? Блядь, ты чё? Так, сейчас. Отключить. А чё будильник-то? Откуда ты взялся-то вообще? Чё-то будильник звонит. Да чё ты включаешь? Включи мне будильник-то. Ладно, это просто так, как мое расписание пошло по одному месту, поэтому... Я не понял, почему лист пропал? Там же был лист. Давайте, ладно, создадим легион 2, чтобы вдвоем как-то попроще. Не могу. Это гнездо уже поддерживает легион. Так я армию хочу. Ладно, короче, пойдемте. У нас сильная армия. Пойдемте одним отрядом. Я уж не думаю, что... А, ну листик сохранил. Так, блин, а там какие-то жесткие типы. Там их что-то это... А, они, наверное, строят. Давайте, у нас еды-то полно. Мы же можем ускориться. Нас обучали. Мы же можем делать ускорение. Как это делать? А, взаимодействовать. X. Да, смотрите, X. Ага. Во, во, хорош, красава. Сейчас они мне... Это, получается, мой... Это как? Ополчение. Ополчение, потому что оно... Она, типа, никуда не ходит. Оно просто чисто защищает... город. Но мне интересно, почему я не могу... Почему я не могу создать еще легион? Вот что это? Это гнездо уже поддерживает легион. То есть я армию не могу строить, правильно? Мне... Как это работает? А, может быть, мне надо вывести отсюда этих пацанов? Типа, пацаны, давайте сюда пока. Нет, смотри, все равно. Ладно, хер с вами. Хер с вами, все, пойдемте тогда вместе. Как у меня выделять все? Таб, таб, все, я помню. Подожди, у меня что, постройка идет? Скорость строительства... Так давайте А, шишки кончились, охренеть. Они еще до сих пор строят. Все, ладно, пойдемте. Двумя мы точно затащим. Пора на войну. Вперед, солдаты! Вперед, мои братушки, ребятушки! Так, рабочие позади, они поддержка. Это поддержка будет. Вперед, в атаку! Вперед! На клопов! Это же клопы, да? Это же были клопы. Воины вступают в бой. Вперед, солдаты! Вперед! Вперед, легион! Я назову вас 9-й легион! Вперед! С фланга заходи! Мы пока что, мы побеждаем, держаться. А я могу драться, я могу драться. Мне нужно какая-нибудь способность, чтобы я тоже мог драться, чтобы я вот так вот схватил кого-нибудь и как, дал полещу. Ой-о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 й-
Так, я генерал, я должен быть сверху. Вперед, ребята! Не отступать, не сдаваться, красавы! Отлично! Вот смотри. Просто взял целого клопищу и как дал ему по щам. Так, это что, это наши ребятки? Отправить ближайшее. Вот. Так. Так, это мы разбили, хорошо. А как мне, что мне сделать? Они просто отсюда начнут это тащить? Или что? Ну-ка, блядь. А я не могу туда попасть. Ну ладно. Так, соберите ресурс. Смотрите, у меня пошло дело. Собрать ресурсы. Достигнуть лимит хранения пищи. То есть это единоразовое какое-то... Да, они просто взяли куски сейчас листиков отнесут и все. Хорошо. Хорошо. Пойдемте пока сюда. Так, шишки. Сколько у нас? 2 минуты до постройки. Может быть, я поэтому не могу нанимать легион? Смотрите, какая стена, кстати, защита прям такая неплохая стоит. Создайте химическую лабораторию. Пойдемте там создадим. А где вообще наши цели все? Так, это что там за флаг какой-то? Это что такое? Это что здесь вообще? Кто здесь был? Кто это оставил? Так. И строительство завершено. Хорошо. Давайте химическую лабораторию. Где это? Так, где это? Почему я не могу легион на? Я хочу армию нанять. Предупреждение о деятельности, подготовка разведчиков, 30 еды. Давайте пока что все-таки химическую лабораторию найдем, защита, призыв подкрепления, феромоны ярости. Грибница. Химическая лаборатория. А, мне надо 8 шишек. А, ну все, сейчас построим. Сейчас 2 шишечки. Раз шишечка. И 2 шишечка. Отлично. Строим, значит, строим. Как мне сделать так, чтобы ускорить? Я же начал строить. 46 секунд. А, оно не дает мне, кстати. Оно мне ускориться не дает. Ладно, ждем 30 секунд. Я не знаю, есть ли смысл мне оставать легион защищать. Ну, типа рабочих. Стоит ли мне эту базу? Мне нужно как-то это... Мне разведка нужна какая-нибудь. Мне вообще в какую сторону идти? У меня карты нет, у меня ничего нету. У меня только... А, нет, блядь, справа ж карта, я только сейчас заметил. У меня справа карта, все. Значит, это наша граница, значит, мне, скорее всего, вот в ту сторону. Вот туда надо идти. Так, химическое оружие завершено. Создайте и улучшите... А, я, наверное, строить не мог, потому что у меня не было этого. Создайте или улучшите 4 легиона. 4 легиона второго уровня. Это что? Уничтожить? Чего-чего? Мобилизует опыт... А, это мои постройки, что ли? Так, легионы. Да почему я не могу нанимать, я не понимаю. О, нет, смотрите, кого-то могу. Опытный воин. Так, создайте или улучшите 4 легиона. 4 легиона. У меня один как бы есть. Почему улучшить? Войны ближнего боя. У меня же получается войны ближнего боя, правильно? А,
так мне ячеек не хватает, наверное, да? Для поддержки. А мне нужен как раз легион поддержки. Создайте или улучшите. Что-то я не... А где мои воины? В смысле? А, это улучшение. Бля, я посмотрел на белую полоску, я думал, их кто-то убивает просто уже. Так, 63 еды, давайте. У меня еды полно. Так, теперь у меня воины... Опытные воины доступны. Серьезно? Или что это? Улучшить? А как мне построить? Давайте еще раз улучшим. А, это я рабочих улучшил. Подождите, я построил казарму. Я понял, хорошо. Как? Может быть, мне надо создавать поселение? Так, подождите, может быть, мне нужно создавать больше, ну, типа, сколько вот этих баз, столько я и могу отрядов иметь. Это же логично, наверное, правильно? Или нет, почему я создал легион здесь, если рабочих? Он, кстати, не ускоряет. Защиту я могу построить. Легионы не могу. Способности, экономика, защита. При умножении позволяет создать дополнительный легион, которым можете управлять. Отлично, давайте. Вот это самое главное. Вот, так тут вообще тут получается. Так я и там, наверное, могу построить. У меня же там просто места не было. Так. Все? Я могу создавать? Ничего не понимаю. Строительство завершено. И поехали! Взаимодействовать. Смотрите, здесь я тоже могу построить. Занимает две ячейки. Центр переработки. Приручённая камера 50 затрачен. При ручном уничтожении камеры... А нихрена здесь столько построек открылось-то. У меня было всего три, по-моему. Короче, мне нужно создать и 4 легиона. А тут есть вообще эти, типа, коллекции? У меня же здесь были еще коллекции, вот всякие осы, тут бабочка, смотрите, шмель. Маленькое пушистое что перелетает с цветка на цветок, чтобы собрать нектар и накормить свою колонию. Это, короче, информация не о... Это игровая... Короче, это информация об игровых. Ну, типа, что они в игре могут, а не, ну, как бы, не энциклопедическое такое в жизни. Короче, ладно, пойдемте, где моя вся армия? Она недоступна. Ой, я могу ее ускорить. Отлично. Теперь давайте пойдем сюда. Пойдемте дальше на разведку, короче. Построить-то я построил, а вот как мне... Как мне нанимать, я так и не понял. Ладно, пойдемте пока двумя. Как-то надо, не знаю, есть какая-то кнопка, чтобы они всегда за мной следовали? Типа, нажать какую-нибудь кнопочку, она будет, они будут за мной всегда идти. А то получается как-то это. Так, тут вроде никого нету. Да?
Вода это, кстати, опасно. Я же, наверное, погибну, если в воду упаду, да? Надо что-нибудь найти еще интересное. А, я, наверное, никак не пересеку. Здесь прям река. Не, как-то можно, кстати. Ну, кстати, карта небольшая. Опа, найдено гнездо. Где? Ну-ка, все сюда, ребята. Где? Ага. Так, оно чье? Оно наше? Гнездо у большого пня. Ну-ка. Так это наши пацаны. А чё, пацаны? Чё, пацаны? А чё они взаимодействуют-то? Может, мне рабочие нужны? Сейчас подождем. Жалко, здесь нету какой-то это. Начать задание, коллекция, прервать настройки. Если настройки, доступность. Доступность это не то, управление, игровой процесс. Нету энциклопедии о помощи какой-то, типа, чё, как, если вопрос там задать какой-нибудь. А, так мы с этими, давайте в атаку, ребята, в атаку, в атаку. Так это, короче, вступают в бой. Все вступают в бой. Это значит просто соперники. То есть это типа муравьи, но не наши. Здесь прям месиво. Давайте, ребятки, давайте. Это какие-то эти. Какие-то бандюки. Вот, отлично. Так, давайте сразу начнем строить. Давайте сразу построим, значит, опытные защитники гнезда. А, может быть, все-таки реально я могу только опытные стрелки. Подождите, подождите. Ну-ка, ну-ка, я сейчас. Ну-ка, легион. Ага, все, я понял. Так, создайте сверххищника. У меня, кстати, есть для поддержки. Мне это по заданию надо. Вот, жуки-навозники, сверххищники. У меня три ячейки займет 50 еды. Давайте построим. Отлично! Все, я, кажется, допер. До меня, кажется, начинает доходить, как это все делается. Так, значит, давайте сразу и защиту построим. И защиту мы тоже деревянное заграждение. Строить, построить, шишек хватает. Опытные защитники гнезда. И мне нужна еще тля поддержки. Я могу. Я, наверное, не смогу, потому что мне теперь нужно будет. Да, я так понял, одно гнездо. Так, ускорим. В смысле, ускорим? Ускорим. Почему ты не ускоряешься-то? Я X нажимаю. А как мне ускорить и улучшать? Я же нажимаю, подожди, что за бред? Что за бред? Я нажимаю X. Он почему-то. У меня написано 83 еды, чтобы ускорить. Он не ускоряется. 2 минуты. А, давайте еще что-нибудь построим. Экономика, защита. Мне же, по сути, надо улучшение еще сделать. А я ничего не могу, у меня все равно шишек мало. А вот здесь что-то могу, смотрите. Феромоны скорости. Наверное, так, легион. Улучшение можно так. Влияет, вселяет ярость, благодаря которой легион наносит на 30% в течение 30 секунд. О, это какая-то способность, надо ее. Вызов подкрепления. Призывает подкрепление, которое восстанавливает небольшую часть здоровья обескровленных легионов в течение 30 секунд. Феромон скорости. Феромон ярости. Защитные споры. Я, знаете бы что, я на самом деле, я бы ярость вот эту бы поставил.
А это что, феромон? Еще один? Это какой-то улучшенный, потому что здесь, смотрите, феромон ярости. И здесь это улучшение дает те же преимущества, что и улучшение феромона, который находится в тех же камерах. Так, ладно, где мой этот? Почти построен. Мне же нужно создать и 4 легиона. Создайте или улучшите 4 легиона. У меня сейчас легиона 2. Правильно? Рабочие. Войны обычные такие ближнего боя. Сейчас еще эти будут. Тут считается или нанять, или улучшить 4. То есть если я найму 2 и улучшу их 2, это считается, что это 4 или нет? Вот мне интересно. 30 секунд еще. Ладно, пойдемте. Он потом призовется, и мы пока пойдем на разведку, чтобы побыстрее время не тратить. Так, это что? Это манго? Это груша? Или это яблоко? Больше на грушу похоже. Хотя это яблоко какое-то. Хотя, судя по его виду... Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Врагов-то нету вроде как. Так, жуки-навозники, доступно. Отлично, смотрите. Создайте регион поддержки. Хорошо. Давайте мы все пойдем сюда. Регион поддержки. Нам надо найти еще одно гнездо и создать регион поддержки. Так, я, кажется, вижу врагов. Найдено гнездо, отлично. Достигнут лимит хранения пищи. Тогда нам не нужна эта яблоко. Че, она же еду добывает, правильно? Ни хрена себе! Так, новая запись. Ни хрена себе, вот это жуки, да это же просто... Это же эти! Звездный десант, там были такие жуки, стреляли, черные, огромные, похоже. Это же вообще, это же ударная сила, это танки. Это танки в атаку. Создаем, значит, гнездо быстренько. В атаку на гнездо. Что это? Ты смотри, мы их просто разносим за секунду. Ой-ой-ой-ой, кто меня? У нас жук один погиб. Серьезно? Один жук погиб. Товарищи! Потеряли одного. Так, ладно. Значит, строим легион. Тля, мне нужна тля. Вот, тля поддержки создает. Рой тли, который будет привязан к этому гнезду. Тля укрепляет хозяйство союзники. Так, это типа медики. Медики-инженеры, наверное. Все, давайте строить тлю. Давайте строить, наверное, склады. Расширение складов. И давайте строить стену. Или нет, давайте стрелки гнезда. Пускай защита. Стрелки гнезда, это типа оборону будут держать, да? То есть можно даже без стен их поставить. Почему я не могу? Я вот X нажимаю, а он почему-то не срабатывает. То есть я нажимаю. Странная херня. Ладно, ребятки, пойдемте в атаку. Пока там тля создается, мы за 2 минуты сейчас еще здесь разобьем кое-кого. Так, это кто у нас? Это какие-то клопы опять. В атаку! Давайте, наверное, рабочих оставим. Хотя какая разница? Вперед! В атаку! Не сдавать позиции! Держать щиты! Не щиты, у них же нет щитов, но все равно. Вперед, легион! Если это легион, то я, значит, центурион! Или, короче, когорта моя левая и правая. Ну мы смотрим, блядь, танки, они просто жесткие. Отправить в ближайший. Окей, понесли в ближайший мой лагерь. Эти танки, они просто мутузят вообще жестко. Вообще непобедимая армия. Угу. Так, ладно, до 4 уровня. Пойдемте.
Нам надо сходить в нашу главную базу, в центральную, и, соответственно, попробовать улучшить. Потому что, скорее всего, из-за того, что я построил там химлабораторию, то улучшать я могу там. Так. Где тут легионы? Нет? Но мне нанять 4, в любом случае я уже выиграл, потому что у меня же 4 легиона. Сейчас через 30 секунд будет считаться, что я сделал все. И задания мои все. Я то есть итлю найму и выполню задание. Десять секунд. Ой, это же мои просто армия. Вот мой. Тля. Так, отлично. Во-во-во, тля-тля-тля. Вот она, во-во-во-во-во. Вот эти же зеленые букашки. Так, ну все, я всех создал. Создайте или улучшите 4 региона. То есть мне еще надо одного создать. То есть то, что у меня в начале было, это не считалось. А где стены? Вот стены. Ладненько, все, пусть тогда строят, а мы пойдем. Пойдемте искать тогда следующее какое-нибудь нам. Строительство завершено так быстро. А, оно может быть типа это. Оно, наверное, типа начинается строительство. Как-то оно звучит странно. Завершено, просто завершено, звучит как уже построено. Короче, ребятки, пойдемте в атаку. Все в атаку пойдем. Сейчас найдем еще одно гнездо какое-нибудь. Главное, в воду тут не свалиться. Но я не могу найти ничего. Я вот бегаю по карте. Мне надо вот туда. Мне надо на вот это дерево, точно. Так, они и так далеко, что ли, ходить не умеют. Сейчас мы вот по вот этому бревну как раз на то. Тут можно как бы источники еды, но у меня еды и так до хера. Потребности в еде у меня нету. Так, найдено гнездо. Где? Ага, а, ну все, тогда мне и туда не надо идти. Все, в атаку, ребята. О, идет моя армия, мои когорты, мои коробки. Построиться плечом к плечу, задавить этого противника и занять поселение. Ну, конечно, звучит так, как будто мы прям жесткие захватчики, какие-то вообще мрази. Но жуки-навозники вступают в бой. Но не знаю, не знаю. Нам изначально сказали, что это противники, это враги. Все, кто здесь на нашем пути, это противники. Так, давайте сразу тогда строить легион еще один. А, подожди, мне надо создать 4 легиона. Мне же любых легионов-то создавать надо. Давайте стрелков создадим. А, здесь есть. А, все, я здесь есть. Типа ближний бой обычный, ближний бой опытный и, наверное, ближний бой какой-то вообще элитный. Давайте стрелков создадим. У нас стрелков не было. Две минуты. Да почему X-то не работает? Я не понимаю просто. Где она создается? Что за бред? Сюда, что ли? А, это тля моя.
Мне сказано X для ускорения. Вот оно появляется значок, смотрите, да? Не можешь найти казарму, надо поблизости. Вообще, я не понимаю, как это работает. Экономика. Еды и древесины. Пока не буду это делать. У меня еды достаточно. Давайте лучше какое-нибудь, может, улучшение построим. Эти информация. Предупреждение о деятельности. Чувствительные усики. Увеличивает расстояние, на котором ваши легионы могут обнаружить врага и гнездо. Давайте сделаем. Полезное. Подготовка развития. Пассивная способность увеличивает максимальную выносливость, а также скорость восстановления выносливости и здоровья. Давайте тоже построим. Почему нет? Предатели. При наведении прицела на вражеское гнездо показывает все существующие улучшения и составляющие легиона противника. Ну, это так. Это не супер. Это не прям так и важно. От способности. Вопрос, как мне ими пользоваться? А, вон у меня появилась третья. Все, ярость. Точно. Защитные споры. Укрепляет хитин. Давайте построим. Давайте защиту построим. Защитный спор. Давайте еще и эту построим. И по идее у нас как раз появится все. Я увидел внизу слева, как здесь... Здесь все так прозрачно, я просто ничего не вижу. То есть у меня третья. Смотрите, я три нажимаю. Опа. А, мне зажимать надо. Окей. Феномен ярости. Все, я понял. Так, 15 секунд. 15 секунд надо заканчивать уже. Надо заканчивать. Я думаю, что это, ну, точно последнее. Хотя мне, наверное, скажут пойти через это бревно и там разбить какую-то основную армию. А, мне создать легиона 4. 4 легиона. До второго уровня. 4 легиона до второго... А, так мне в армии нужны, чтобы были. У меня 2 есть 4 уровня, а мне нужно еще 2. Серьезно? Так, улучшить. Это что, опытные стрелки дальнего боя? Это я нанять могу, что ли? Улучшить, смотрите, улучшить. Давайте его улучшим. Пойдемте тогда на нашу вот ту базу. И надо улучшить, получается, здесь. Уровень 2, кстати. Подожди, так опытные, которых я нанял, жестких чуваков, они же и так второго уровня или там третьего даже были. Они же элитные там какие-то. Давайте ускорим постройку. А как мне улучшить вот это вот, ускориться-то? У меня написано X ускорить, 50 еды. Почему у меня не работает? Или я не здесь улучшал? Вот здесь. Ну, 2 минуты опять ждать, ну что за бред? Здесь у нас кто? Здесь у нас, кстати, тля какая-то. Может быть, мне к лучникам надо подойти чисто? А, вот еще гнездо, елки. А тут тоже не работает. Может, мне надо что-то прокачать, чтобы я мог это улучшать. Просто целая минута, блин, елки-палки.
Не, не работает X. Может мне русское X? Да нет. А как понять, как понять вообще, какого уровня у меня все мои пацаны? Как это вот определять? Просто очень много времени уходит на вот это. Мне вроде говорят, но как-то очень это. Как-то должно быть побольше подсказок, мне кажется. Ну, типа. Вот, сделайте, нажмите сюда хотя бы для начала. Непонятно. Непонятно, надо заканчивать. 45 минут уже идет. 45 минут. Сложное задание. Оно на самом деле должно выполняться очень быстро. Оно, блин, какое-то это. Здесь-то я улучшение сделал. То есть мне здесь чисто постройки надо сделать. Ну, точнее, можно сделать. А вот именно... Как? Что мне делать? О, ну наконец-то! Лучники улучшились. Все, найдите и уничтожьте штат термитов. Блин, давайте, я не знаю, разделю, что ли. Давайте я еще запишу. Или пойдемте сразу. Он вроде как бы близко, но мне надо на ту сторону. А на ту сторону я не перейду, только поэтому. Найдено гнездо. Че, давайте я завершу. Давайте я завершу, и мы просто продолжим в следующей серии. То есть, давайте уж три тогда запишу. Дойдем эту демку. Вот, так что, ребятки, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставь лайки, дизлайки, комментируй, обязательно всем все отвечу, прочитаю, рассказывай друзьям, ставь колокольчики, ссылка в описании на поддержку канала. И добро пожаловать всем новым зрителям. Всем огромное спасибо, ребятушки, всем пока.